Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 53. Раздели слова на группы. Люди, растения, насекомые. Запиши слова группами. На какой вопрос отвечают слова каждой группы? Напиши вопросы. Девочка, пшеница, жук, клен, артист, ольха, бабочка. Вспомним правила. Слова, обозначающие людей и животных, в том числе насекомые, отвечают на вопрос «кто?». Все другие слова на вопрос «что?». Делим слова на группы. Первая группа – это люди. Они отвечают на вопрос «кто?». К ним относится девочка, артист. Растения. Отвечает на вопрос «что?». К ним относятся слова «пшеница», «клен», «ольха». Насекомые. Кто? Жук, бабочка. Не забудьте написать вопросы. Если у вас возникли вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.